Один из великих праздников День Победы навечно останется в истории и в наших сердцах. Он всегда будет напоминать о тех кровопролитных событиях и великом разгроме фашистских войск. Сегодня блокнот совместно с жителями Ставрополя решил поздравить ветеранов с этой знаменательной датой. С великим праздником. Надо помнить, чтобы память всегда была. И помнить ветеранов, которые остались еще живые. Ну и такого, чтобы больше не повторилось. Семьи приехали из Астрахани. Вот именно День Победы, наверное, встретиться в Ставрополе, в Ставрополе, в Ставропольском крае. Всех жителей Ставрополя с этим замечательным праздником. Так что всех поздравляю и желаю нам всем мира и победы. Поздравляю всех с 9 маем. Будьте все счастливы и здоровы, чтобы всегда у нас на всей земле был мир на небе, и чтобы мы жили счастливо и радовались нашим прекрасным жизнью. Поздравляем наших ветеранов с победой. Чтобы здоровьем оставшимся, кто смог пройти эту страшную войну и победить. Поздравляем наших дорогих ветеранов с праздником Победы Великой Отечественной войны. Желаем им, конечно, здоровья, долгих лет жизни и огромная благодарность за то, что они сохранили этот мир для нас. Я поздравляю всех с наступающим 9 мая и желаю, чтобы мы жили мирно, дружно и помнили прошлое и гордились прошлым. Дорогие ставропольчане, поздравляю вас с прекрасным праздником, Днем Победы. Желаю всем мирного неба, счастливых детей, улыбающихся. Желаю, чтобы ваше сердце радовалось каждый день прекрасному дню. Радуйтесь, улыбайтесь, живите и наслаждайтесь замечательным праздником. С Днем Победы всех! Поздравляю с 9 мая. Горжусь своей историей, горжусь Россией. Редакция блокнота от всей души поздравляет ветеранов с 78-летием Победы в Великой Отечественной войне. Спасибо вам за все ваши подвиги, которые вы совершали, рискуя своими жизнями.